Страшные случаи высмеивания Бога. Первая. Известнейшая актриса Мерлин Монро. Во время презентации ее шоу посетил евангелист Билли Грэм. Он сказал, что Дух Божий послал его проповедовать ей. Выслушав проповедника, она ответила: «Мне не нужен твой Иисус». Всего недели позже ее нашли мертвой в ее апартаментах. Второй. Политик Бразилии Танкредо ди Амейдо Невес во время своей президентской избирательной кампании публично сказал: «Если я наберу 500 тысяч голосов своей партии, то даже сам Бог не сможет меня сместить с президентского поста». Конечно же, он набрал эти голоса, но внезапно заболел и за один день до того, как стать президентом, скоропостижно умер. Третий. Бразильский композитор, певец, поэт Казусу во время шоу в Рио-де-Жанейро, затянувшись сигаретой, шумно выпустил дым в воздух и кощунственно провозгласил: «Бог, это тебе». В скорости он умер в возрасте 32 лет от рака легких. Четвертое. Инженер, построивший «Титаник», после окончания строительных работ на вопрос репортеров, насколько безопасен им будет его чудо-корабль, с иронией в голосе ответил: «Теперь даже Бог не сможет его потопить». Наверняка каждый знает, что случилось с непотопляемым «Титаником». Пятое. Известный певец Джон Леннон на пике известности в 1966 году во время интервью ведущему американскому журналисту сказал: «Христианство скоро закончится, оно просто исчезнет, я даже не желаю об этом сказать».